Фильм «Мой убийца» не вошел в список номинантов на «Золотой глобус». Картина претендовала на включение в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». Накануне в Лос-Анджелесе огласили список номинантов на получение 74-й премии «Золотой глобус». Напомню, фильм «Мой убийца», второе название «На озере Сейсары» якутского режиссера Костаса Марсана, основан на реальных событиях. Сюжет картины повествует о молодом следователе, который занимается расследованием убийства, произошедшего в Якутске.